Что происходит, Бат? Так, я бы объяснил, но боюсь, это бессмысленно, но... Но что? Я не чистильщик бассейнов. Ну а кто ты тогда? Я... Охотник на вампиров. Что? Да, я охочусь на вампиров. Вампиров? Да. Этим я занимаюсь. Вампиры? Да. На погосте шныряют злые духи. Они всех прохожих собою пугают, орут вою, да, иногда и кусают. Боится народ по ночам пройти мимо кладбища, но тем плати им баксов по тысяча. А перебегают и перелетают они стороною, чтобы избежать встречи с потусторонней шпаною. И нехорошо говорят они о том еблом месте. Значит, держаться надо нам вместе. Мы давно охотимся за духами, ну а здесь в деревне их ну просто целый вагон и тележка. Глухое место здесь и люди темные, в общем-то. Но мы их научим всему и мы уничтожим зверье. Мы доблестные воины света, мы избранные рыцари Святого Завета. Смело мы в бой пойдем, шмырям плугастым запросто мы жопу надерем. Сам Христос нам за командира, мы спецназ, истребители вампиров. На чердаках, подвалах, погребах они могут быть. А как же не забыть, прихватить нам колод побольше. Барабан зовет на битву важного значения, и нам уготовано Богом это предназначение. Мы сожжем, убьем, зарежем, нахер глотки перережем. Прямо на смерть нафиг, слушай, уважаемый, ну как гол лови. Смерти! Их не возьмет автомат, но кол наш осиновый отправит их в лучший ват. Лыки поломаем, рога обломаем, и дохлые ребра мы им, бля, переломаем. Чтоб они больше и впредь не нападали на нас, дави их до конца. Мы сожжем вампиров нафиг, чтобы наверняка, чтоб ни одного не было у брика, блин. Мы доблестные воины света, мы избранные рыцари Святого Завета. Смело мы в бой пойдем, шмырям плугастым запросто мы жопу надерем. Сам Христос нам за командира, мы спецназ, истребители вампиров. Потому что эти дети ночи на тебя через окно опять перили свои очи. И если ты боишься с ним